это возможность видеть, чего из себя внутри. Там позвоночник посмотрели, все так там, где почки. Потому что я сначала увидел внутренние органы, а потом стал изучать, как они называются. А потрогать? Ну, наоборот, да? А потрогать? Ну, и трогать мы будем, и двигать, и вот то, что очистительные практики есть. Есть вариант там пить лимонный сок, и потом там масло, там, чтобы печень почистить. А можно взять просто грамотно едать команду. Иди, она мягенькая. Когда операцию делают, что делают? Берут вот это мягкое кость, выскабливают ложку, вместе хочешь, и они срастаются. В эту зону положите руку, я буду наклоняться вперед, и в какой-то момент будут расходиться позвонки, вы услышите. Держите, держите. Слышим? Да. То есть что произошло? При простейшем наклонении вперед, вдруг три позвонка чук-чук-чук-чук и разошлись. Это хорошо? Конечно. Если ты этим владеешь, то... Они живые. То есть любой из вас мог подойти. Вот возьми. И просто начни наклоняться вперед. Вот ничего не происходит. То есть они у него сросшиеся. Да? Теперь усложняем задачу. Подними руки, прогнись чуть-чуть назад. Вторую тоже подними. Прогнись. Теперь расслабь шею, чтобы она у тебя болталась. Вот. И теперь вперед пошел. Не происходит. То есть это... Тяжелый элемент. Да, потому что это все срослось. А что зафиксировано? То есть они хорошо зафиксированы. Причем обращу внимание, кстати, проштангу тут смеялись, но после того, как человек растянул позвонки, он их должен закачать. Поэтому есть не только элементы, когда вы растягиваете тело, есть, когда вы закачиваете, то есть даете нагрузку на тело. Это тоже очень важный момент. И нужно сначала растянуть, потом закачать, растянуть, закачать. То есть, как старой железной дверью, вот если она заржавела, нужно тихонечко начать раскачивать. То есть, смазали, раскачивать, смазали, раскачивать. Я сейчас буду скручиваться, и там начну, вот то, что за ночь у меня срослось, расходиться По идее, человек должен каждое утро прохрустеть себя всего, чтобы привести себя в порядок и запустить определенное движение. Нужно всем позвоночник. То есть, когда я полторы головой буду, я буду болтать первое в расслабленном состоянии. А второе, я буду это делать всем позвоночникам. Вот, смотрите. Ну, где-то вот так, да? То есть хитрость. Если делать только за счет мышц шейных, ничего не получится. И второе, когда вы двигаете шеи, нужно немножко приоткрыть рот. То есть лицо должно быть вот такое расслабленное. И в этом нужно найти удовольствие. Ты просто расставь шею, даже бросить не можешь. Чтобы она вот такая была. Понимаете? Ну, не совсем так сильно. Слышала? Все слышат. Все слышали. А? Ужас. Вот зато расслаблена шея. Это было не до конца смазано, не до конца раскачанное, да? И вот пол болтается так, чтобы голова болталась. Вот смотрите, я просто ее сейчас тихонечко качаю, и она болтается. Вот встаньте, как тряпочка.
расслабь. Расслабь сначала поясницу, потом шею. А я как-то привык из безводства, вот сходи, покачай, Олег, иди ко мне, а там мужчина в красном попробуй. Ты же не могу разговаривать. Нет, туда. Сначала, ну чтобы она у тебя болталась. Чтобы вот так вот присесть. Чтобы голова пошла двигаться. Закрой глаза, тебе будет легче. Вот, закрой уже глаза. Челюсти открытые или закрытые? Открытые, расслабленные. Причем сделайте такое глупое немножечко выражение. Если глупое оно у вас будет, тем легче вам будет расслабиться. Вы видели пьяные лежать? Давай. Раз опять напрягай. Видите, в этом положении. Вот эта часть, да, она пошла выпирать. Вы мне тоже расскажете. Да? Видите, у него как этот позвонок выпирает. И над ним еще с той стороны. У него два срослось. Она ее видно лучше. Да? С той стороны лучше. Встань и будет все равно. Руки не поднимай, не поднимай, ставь. Да? То есть вот тут, видите, идет некий провал, потом выползла, потом что-то непонятное, видите, вдруг здесь выскакивает вот эта штука. И хоп, вот у него мышечный каркас, давай, давай, болтайся, болтайся. Вы просто сейчас увидите, он чуть-чуть побуднее. Нет, ты просто расслабься, я тебе буду болтать. Дело в том, что сразу не видно. Должно пройти минуту, две, три, да, и вдруг начнет вырисовываться мышечный каркас. Не только позвонки, но и мышцы, которые держат. Вот видите, при припухлости. Это вот эти мышцы, которые удерживают вот эти позвонки. Причем с одной стороны больше, с другой меньше. Да. Да, вот с этой раз у него. Правша же, правая сторона. Значит, голову тогда же. Почему? Это лопатки так нет все. Так, садись. Спиной туда. Да? Туда, туда. Теперь еще один тест, который сразу же можно сделать любому. Насколько приросла лопатка? Оп. Ну вот видите, для этого. Сзади сиди, 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 сиди. Не надо через какое-то время, значит, расслабили. Вот у него всем уже по-другому, еле-еле туда заходит. Но еще заходит. Есть тем, кого же засунуть практически нельзя. Расслабь, расслабь, расслабь. И что делать? Засунуть. Вот иди, чтобы почувствовать тебе разницу между другими и другими. Вот и что, без гонта даже. Без фанатизма. Вот именно. Ну то же самое, это легче. Давай, попробуй соединить руки сзади. Докуда ты вообще? Тебя затягивается, да? Ну, уже достал пальцами. В другую сторону. Вот в эту навряд ли он соединит. Видите? То есть, одна сторона так гнется, вторая не гнется. Вот. Теперь попробуй сделать вот так. Ладошки вместе. Да, ну, по крайней мере, опусти чуть-чуть ниже. Посмотри, в какой момент тебе удобно. Сережа, еще раз. Ну, же так, так, теперь сядь прямо. Попробуй, чтобы у тебя лопаточки не шевелились. Сережа, где камера еще раз? Скажи, как правильно. Правильно, когда вы еще отрываете. Точно так же, как вы берете и вот не смотрите, в какую сторону там, как идет. Слышишь звук какой-то? Ну, смотрите.
Вот это А. Если качественно делать буду, гарантирую, забуду и про астму, и про туберкулез. А если еще научиться делать, то есть то, что называется бертонным пением петь, я не видел ни одного астматика, я десятки людям помог, кто начинали изучать бертонное пение, особенно для мужчин это эффективно. Вот. И все курить после этого вообще невозможно. То есть это метод для бросания курения вообще простейший для мужчин. Когда вы делаете вот это, вы делаете, чтобы у вас там возникает такой барабан с удовольствием. У вас будут расходиться ребра тогда. То есть дышите так, чтобы там что-то начинало двигаться и ходить. Шею тебе нужно обязательно. Есть и плохо, и хорошо, но все на начальном этапе. Потом уже и не подергивать, то есть они опускать их. Сейчас Сережа. А, первый принцип. Вы делаете это спокойно. Потому что у того, с кем вы работаете, должны возникнуть спокойные, расслабленные ритмы. Если это делать очень быстро, то спокойствие не нужно. Сережа, правильно? Идите. Я посмотрю, что вы делаете. Классно. И руками не надо работать. Пожалуйста, машинка, ты имеешь, не имею. Спокойно. Постарайтесь сделать, чтобы как можно медленнее, чтобы было, но чтобы шла все-таки волна. А вот так просто. Волна вперед назад идет. Вот таким образом, да? Чтобы так я тепло почувствовала. А вот так? Вот не спеши. Вот так, да, Сереж. Плавнее. Еще плавнее, еще медленнее делаешь, летает. И туда. Не контролируйте руку. Вот ходите головой, а руки там, и все остальное сами получится. И главное здесь вывеситься и получить вот это удовольствие. Ты сейчас за носом идет вдох? Носом идет вдох, а выдох у вас сам получится. И вот есть эффект такой холодца, вот вы можете его все получать. Причем не просто сгибаться должен, а потом позвоночник растягивать. Ну давай. Поделаем. Смотрите, что нужно сделать, чтобы их растянуть. Соответственно, у меня должна быть здесь шишка. Вот так есть. Наклони шею. Да? Перевернись ко мне. Снимай. Сними очки. Улыбочку. Поболтайте. Расслабьтесь. И сейчас будет шишка. Ну, что ты слышал? Если я тебя предупредил, ты напряглась.
Ну что там было, расскажи. Ну что там было? Что-то стало там на место, по-моему. Я наоборот не стала. Ничего не поняла. Если где, в голове или где? Где-то. В сознании. Это как бы не давайте никому делать это, если мы уверены в классе специалистов. Потому что это серьезный вопрос, это шейный отдел, и я знаю очень много умников, которые людей могут таким движением сделать человека инвалидом вообще легко и не принуждает. Да, если чуть-чуть переборщить, то можно его сразу и на тот свет отправить. Да, но я на то есть в скоростном режиме вставил, да, то, что у нее был завал. Здесь у нее хорошо, я перед этим посмотрел, у нее как бы расслабленное все это было, но дальше хруст слышала, как бы был. Да? То есть это хрустит, и в этом нет ничего страшного. Почему? Потому что как раз таки, скажем так, есть воздушный блок, это так же хрустят, да, многие. Это просто воздух собирается. Но не надо им специально хрустеть, потому что это нужно тоже уметь делать, иначе расшатываются суставы. Да? Но вот я как раз утром специально не занимался, просто на прошлом занятии я показывал, сейчас еще раз покажу, да, как я ставлю на место позвоночник, позвонки. Потому что не поставить позвоночник, дальше работа с тазобедренным суставом не действует абсолютно. И все, кто пытаются там лотос запрыгнуть, не поставить вот эти места в порядок, это просто себя калечит. Все, спасибо. Спасибо. Ну вот только тихо, да? Слушай. Вот сейчас я буду вставлять поочередно у себя позвонки. Вот сейчас тазобедренный сустав. То есть я вытянул ногу и создал натяжение вот такое. И дальше добавляю дыхание. Дальше в эту сторону. Слышите, такие хруст придут, да? А вот теперь начинаю сверху и ниже опускаю по позвоночнику. То есть перед этим лучше прохрустеть суставы рук, плечи, шею. Оп. Вот теперь слушайте. Ну вот я, кому интересно, видите, я вот это место, оно все будет расходиться. То есть кости будут становиться на место. Сейчас давай руку ложу вот сюда. Ну, смелее, засовывай прямо на позвонки. Вот что там было. Я даже слышала отсюда. Вестерой тянулась. То есть, вот то, что я сейчас делаю, это как раз-таки то, ради чего делаются все асаны. Базовые. Потому что не воткнув на место кости, все остальное, это как бы ну, как подготовительный этап. То есть какие-то упражнения там, или там дыхание какое-то, или там сурья-намаскар в индийском. Это как раз-таки для того, чтобы проработать все суставы. Человек, который натренировался это делать, он чувствует, где у него блок. Вот посмотрите, иногда сидят кто-то из вам, там, читает лекцию, так, пуп, шею, и дальше читает. Он просто очень быстро и коротко в своем организме отсканировал, где у него там. Что-то заблокировал, но поставил на место.